Пару месяцев назад Ulysse Nardin, бренд, известный благодаря своим многочисленным инновациям, представил прототип часов Freak Next. Первая модель Freak была представлена в 2001 году как совершенно уникальный турбион с революционным дизайном. К тому же, это первые часы, в которых для изготовления деталей механизма использовался кремний. Далее фирма продолжила воплощать инновационные разработки в реальность. Кремниевая технология получила некоторое распространение в часовой индустрии. И сегодня компания предлагает очередную модель с новым техническим решением — Freak Next. В этом прототипе часов использовалась технология гибких кремниевых лезвий. К тому же в новой модели присутствует уникальный подвешенный объемный осцилятор. Эти часы определяют перспективы для будущего поколения моделей Freak. Freak Next — это продукт десятилетней непрерывной исследовательской работы совместно с Sigatec, компанией, которая специализируется на производстве кремниевых деталей и микрокомпонентов. После того, как были представлены парящий турбион и спуск, компания Ulysse Nardin решила пойти дальше и предложила новое преобразование — незакрепленный осциллятор, который отличается уникальным трехмерным дизайном. При помощи инерции он совершает быстрые колебания с большой амплитудой, а это значит, что механизм регулируется еще лучше, чем прежде. В основе механизма заложены гибкость и прочность кремниевых лезвий. В этой колебательной системе нет центральной оси, а ее функцию выполняет деталь, пребывающая в подвешенном состоянии. Для реализации новой идеи пришлось полностью отказаться от оси балансового колеса, чтобы создать виртуальную точку опоры и усовершенствовать традиционный принцип регулировки пружины баланса. Трехмерный осциллятор имеет многослойную конструкцию. Микролезвия наложены друг на друга в 4 слоя и соединены с прочной однородной поверхностью, которая выполняет роль маховика. В этом механизме движение происходит за счет подвешенного сердца, которое находится в таком положении без дополнительных балансовых мостов. Подобная конструкция не нуждается в использовании центральных осей и камней, благодаря чему удается избежать трения и изнашивания деталей механизма. Осциллятор работает при частоте 12 Гц вместо традиционных 4 Гц и обеспечивает запас хода не менее 70 часов. Автоматический механизм калибр UN25X оснащен революционной системой трансмиссии Grinder, которая использует мельчайшие детали и является в 2 раза более эффективной по сравнению с традиционными системами. Часы Ulysse Nardin Freak Next отличаются современным дизайном. Мост имеет трапециевидную форму, а 4 люминесцентные трубки, наполненные специальным веществом суперлюминова для улучшения видимости при плохом освещении, придают необычный внешний вид. Благодаря этой детали часы обретают иной облик в ночное время суток. Источником вдохновения для его создания послужили космическая фантастическая кинокартина «Звездные войны». В довершение декоративной отделки на поверхности механизма нанесен логотип Ulysse Nardin. Контрастируя с белым цветом часов, флуоресцентные трехмерные вставки осциллятора меняют цвет в зависимости от угла обзора. Часы изготовлены из платины и титана. Белый безель покрыт люминесцентным веществом суперлюминова. Футуристический образ часов прекрасно дополняет белый резиновый ремешок. К сожалению, эта концептуальная модель не будет представлена в продаже.